всю свою службу прослужил в криминальном блоке от оперуполномоченного до начальника управления службы собственной безопасности. Я хочу честно сказать, что когда мы вместе были в Федеральном кадровом резерве, значит, Вячеслав Николаевич был командиром нашей группы, значит, 12-й группы Федерального кадрового резерва, когда я ему делал предложение о службе здесь, значит, он принял его, и вот в течение 5 месяцев шел сбор документов, согласование, значит, и вот 28 числа он был назначен. Начальник полиции отвечает за все. Почему? Потому что после реорганизации начальник полиции – это лицо, которое курирует все, что называет полиция. Это блок криминальной, бывшей милиции, в настоящий момент полиции, и милиция общественной безопасности по-старому, и блок общественной безопасности. Ряд направлений, сложных направлений. Судя по оперативной обстановке, много вопросов, в том числе организационных, управленческих. На сегодняшний день мы пришли к тому, что все-таки оказание услуг для населения в сфере правоохранительной деятельности не на должном уровне. Меня интересует уличная преступность. Это основной вопрос, что касается конкретно Твери. Меня интересует раскрытие ранее совершенных преступлений. Очень большое внимание буду уделять раскрытию преступлений экономической направленности в сфере административного законодательства. И все будем приводить в соответствие.